Ну, хочется, чтобы было как-то все красиво. Допустим, там у тебя... Я тогда задонатил, и... Но вот сейчас, во времена, когда очень развит проект, я называть не буду, если захотите, сами найдете, потому что это будет как... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Будьте уверены, мне есть что обсудить, но сегодня я буду обсуждать именно это, только потому что, ну, я на самом деле вообще офигел, я подозревал, я думал, что рано или поздно нечто подобное вообще сможет случиться в GTA Samp, либо в GTA Samp на Android, либо там в еще каких-то вещах, и я удивлен, я в самом деле удивлен, что Arizona RP, казалось бы, такой проект до сих пор не додумался до чего-то вот такого, знаете, от того, о чем я вам сегодня расскажу, потому что я впечатлен, я под впечатлением сейчас нахожусь, и... Ну, это да. Это да. Но давайте начнем, как и полагается, с маленькой предыстории. Я вот, было такое дело, что я донатил в GTA Samp. Но донатил я, так знаете, ну, чисто там какие-то вот копейки, знаете, там с магазина пришел, сдача какая-то осталась, 2 рубля, чтобы чисто там сумма какая-то ровная была на Kiwi кошельке, или там, я не знаю, на Яндекс деньгах, или там еще на каких-то вот этих вот прочих вещах, просто потому что, ну вот, ну, хочется, чтобы было как-то все красиво. Допустим, там у тебя 602 рубля, и вот ты можешь задонатить 2 рубля, чтобы вот у тебя было, типа, все нормально. И вот я также помню, я в каком-то там 2015 или 2014 году, или около 2016 года, ну, какой-то такой, знаете ли, разброс по датам, я зашел на Advance Roleplay, и вот там, знаете ли, играл. И в то время мне уже, знаете ли, там накапали деньги с партнерки около 2 рублей, ну, это серьезно, типа, не какой-то перевод, да, типа, не 2000 рублей, а вот именно 2 рубля накапало мне. И знаете ли, в чем дело? Когда очень долго какие-то деньги хранятся на партнерке, она, видимо, все равно их выводит, так как, типа, ну, до минималки добивать долго, да и похуй, что там, а пусть мы эти 2 рубля чисто выведем ему, да и все. И мне тогда, в 2000 вот таком вот, знаете ли, году, когда я был еще очень молод, очень, так, знаете, ничего не понимал особо, и, типа, было все, знаете ли, в новинку, все было интересно, я думал, а куда же можно, знаете ли, инвестировать эти самые 2 рубля, чтобы они отбили себя с головой. И подумал, что самым умным решением будет поддержать проект, на котором я сейчас играю, и который, в принципе, приносит мне какое-либо удовольствие от всего этого процесса. И вроде как это было даже во времена того, когда я снимал эти самые выживания на свой вот этот, знаете, канал под названием Задан Семену. С тех пор много воды утекло, я не думаю, что сейчас имеет смысл про все это рассказывать. У меня уже есть много видеороликов, в которых я рассказываю о том, что, мол, ну, знаете, вот я давно уже снимаю, там, и у меня давно уже все хорошо, я давно уже такой, знаете ли, замечательный человек, вот. И вообще, да, я в целом являюсь вот таким вот человеком, подписывайтесь, пожалуйста, на меня, все прочее. И знаете, в чем дело? Я тогда задонатил и, по-моему, перевел эти 2 рубля в верты, потому что ничего больше купить за те деньги, которые я задонатил, вот 2 рубля там с копейками, а нельзя было. Вернее, по-моему, копейки ушли на комиссию, но это не важно. И вот передать те мои ощущения, когда ты задонатил и получил какое-то вознаграждение, то есть не просто твои деньги куда-то там, знаете, улетели, будто это любая сумма, тем не менее, вот это самое первое чувство, когда ты вот что-то вроде как купил, вроде как не купил, и что-то вот у тебя там, ну, что-то вот такое есть, и ты задонатил все это. И это были мои, ну, не то чтобы первые деньги в интернете, хотя, может быть, они таковыми и были. Тогда я просто мечтал о том, чтобы можно было, знаете ли, накопить вот какую-то определенную сумму денег и вот задонатить ее на что-то интересное. Я на форуме Advance Roleplay то ли подобную штуку предлагал, то ли еще какие-то вещи. Если у них хранится история всех этих обращений и всего прочего, я думаю, можно поднять. Они все это расскажут, все это сделают и подтвердят, что я в самом деле вот предлагал нечто подобное для Advance Roleplay. Правда, они все это, знаете ли, не реализовали, да и, по-моему, это все закритиковали. Но вот сейчас, во времена, когда очень развит мобильный гейминг, во времена, когда вот популярен Fortnite, а Fortnite, как лично мне кажется, популяризировал вот весь этот, знаете ли, Battle Pass. И сегодня, да, как вы уже поняли, мы поговорим про Battle Pass на проекте, на одном из мобильных проектов. Я, наверное, название называть не буду, только в какой-то случае вот крайней необходимости, когда уже надо будет все это сделать, чтобы вы не подумали, что это какая-то скрытая реклама. Тем не менее, проект, который постоянно, так знаете, находится на слуху из-за своих немного странных, таргетированных рекламных решений и всего-всего прочего. Даже мой дорогой, даже не знаю, как его назвать, приятель, наверное, да, Андрей Сукре, вот он тоже бомбил на то, что вот как-то его проект мобильный, потому что у Андрея Сукре тоже есть свой мобильный проект, его использовали, мол, в рекламных вот этих во всех таргетированных целях, и типа он бомбил, такой, типа, блядь, да вы чё? У нас-то, типа, блядь, ну зачем? Ну ладно, это не важно. И сейчас я вижу, что на этом самом проекте появился Battle Pass. И Battle Pass — это
некий аналог квестов, которые мы уже все привыкли. Вот мы их просто видели постоянно и такие типа, блять, ну квесты и квесты, казалось бы, что мы там не видели. Уже там, знаете, и на сам ПРП есть квесты, и на Evolve Roleplay есть квесты, на Arizona RP есть квесты. Да, блять, проще назвать проект, на котором квестов нету. Квесты — это уже, знаете, такая основополагающая часть любого абсолютно точно проекта. И в комментариях под данным постом, в котором написали о том, что, мол, вот на таком-то проекте появится Battle Pass, там с заданиями, которые вроде как будут меняться, можно будет купить Battle Pass Premium, в котором там еще больше заданий, и чтобы на сервере просто было не скучно играть, это замечательно. Я хочу, чтобы на Аризону добавили нечто подобное. Я не знаю, купил бы я этот Battle Pass, или мне бы выдали вот эти вот все азы коины, чтобы я смог насладиться всем этим Battle Pass. Тем не менее, если бы такое появилось на Аризона РП, то я был бы счастлив, потому что я обожаю квесты. Я уже говорил, наверное, многим людям, что я, блять, просто, я не могу жить без квестов. Просто сейчас, если я захожу на какой-то GTA самповский проект, и там нету квестов, то все, это не проект, это просто, это какая-то, это попытка быть похожим на нечто подобное. То есть, ну, это не проект абсолютно. И вот тут вот, понимаете ли, в чем дело? Сразу все начали писать, мол, ой, RPG проект, ой, там выманивают донат. Чуваки, я вспоминаю себя, когда я задонатил вот свои вот эти вот, знаете, какие-то первые деньги на Advanced Roleplay, и вот то, как я был рад, то, как я был счастлив, и тут вот сейчас, то есть... Есть какой-то стимул донатить. Это замечательно, это отлично. Я повторяю, что проект я называть не буду. Если захотите, сами найдете, потому что это будет как призыв к донату, а мне за это не платили. Да еще и Аризона может немного обидеться на все это. Поэтому я говорить не буду, просто как пример, что на мобильном проекте будет Battle Pass. И это замечательно, это должны использовать многие проекты. И постоянно там, знаете, расширять вот эти вот все возможности этого самого Battle Pass. Потому что иначе, ну я просто, я вот, если честно, не знаю. И меня больше всего бесит вот опять-таки все эти игроки, которые пишут, мол, ой, да, блять, донат-машина, ой, да, господи, RPG-проект, блять, да вы чё дрочитесь командами, блять, или чё, да хуя, что с вами не так-то, вот что, сука, да успокойся ты, не пиши эти комментарии, блять, только проекты выходят на какую-то нормальную степь, на какую-то нормальную полосу, чтобы людям было интересно играть, чтобы они дольше оставались в игре. Нет, сука, нужно все заруинить и сказать, ой, блять, да, донат-машина, ой, там, блять, б-б-б-б-б-б-б, я долбоёб, я ничего не решаю, б-б-б-б-б-б, кому это надо, пожалуйста, давайте будем вот без всего этого, критикуйте кого угодно, как хотите, где хотите, но когда проекты пытаются сделать что-то крутое, что-то нормальное, чем-то удивить, чем-то завлечь, пожалуйста, поддерживайте их, и также поддерживайте стартапы не рублем, но хотя бы своим присутствием на вот этих вот самых всех стартапах, как и на мобильных, так и на обычных компьютерных, вот по типу, кстати, Arizona RP, замечательный стартап, который я могу порекомендовать абсолютно всем, надежный как швейцарские, мать его, часы. Поэтому заходите, айпишник в описании, там же в описании мой промокод, который я недавно себе сделал, там же в описании мой никнейм Данте Коннор, там же в описании есть многие-многие другие вещи, поэтому заходите и вот узнавайте всю эту информацию именно там, а там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете зайти, там вы тоже можете ознакомиться со всей интересующей вас информацией и сделать какие-то свои соответствующие выводы. А всем спасибо, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо пораньше, но это маловероятно, да и в общем-то в 20.00 встретиться это маловероятно, тем не менее, всем спасибо, всех благодарю, всем пока и до свидания.